Приветствую вас. Смотрите. Я думаю, что сначала вам нужно отказаться от идеи о том, что ваша семья счастлива. Потому что совершенно очевидно, что это не совсем правда. То есть не совсем правда, что ваша семья счастлива. Если бы ваша семья была счастливой, то я думаю, что отец не стал бы делать того, что он бы делал. А значит, то, что вы думали непосредственно, то, о чем, или то, как вы думали непосредственно о своей семье, ну, скорее всего, является, скажем так, не совсем правдой. Вот. Является в некоторой степени искажением фактов, потому что все-таки какие-то проблемы очевидно есть, вот. И очень важно, чтобы вы понимали главное, что то, что происходит сейчас, это исключительно вопрос взаимоотношений ваших родителей. То есть вам вникать в то, что происходит между ними, ну, мягко говоря, не стоит. Вот, мягко говоря, не стоит. Потому что это их родителей дело, и то, что между ними, происходит, то, что между ними происходит, это их исключительное дело, вот. Поэтому очень важно, чтобы вы оставили все так, как есть. Вот. И позволили родителям действовать в том направлении, в каком ведут их отношения. Вот. То есть вот позволить развиваться, да, позволить развиваться отношениям в том направлении, в каком они хотят развиваться, в каком они развиваются сейчас. Вот. Соответственно, ситуация здесь заключается именно в том, что вас это задевает, то, что происходит. Вас это напрягает. Вот. Вам тяжело это. Ну, вот. Вам тяжело это чувствовать. Вот. В таком случае, если вам это действительно тяжело, то здесь имеет смысл от родителей все-таки сепарироваться и больше больше внимания, больше времени уделять себе, вот. Больше полагаться на себя, вот. В случае, если вы
сами не можете с этим справиться, то психологи могут помочь вам сепарироваться от родителей. Сепарироваться, то есть стать от них более независимыми, ну, более независимыми. Стать от ваших родителей более независимыми. Это вполне реально сделать, это вполне осуществимо, вот. А проблемы ваших родителей могут решить только они сами, вот. Конечно, вы можете обратить внимание на те возможные и вероятные проблемы у родителей, значит, которые есть, вот, и вы можете помочь своим родителям в этом плане. Но вы можете помочь своим родителям как раз таки в плане решения их проблем, а не в плане того, чтобы как-то вот раскрывать какие-то тайны им, да, и так далее. Вот. То есть это было бы не совсем корректно. Это было бы не совсем корректно. Это не совсем корректная история была. Ну, вот. Потому что вас это не касается. Ну, напрямую вас это не касается. Не касается, по крайней мере. А вот. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что вам нелегко сейчас, вот, но тем не менее, тем не менее, стоит отграничить то, что вы хотите для родителей, и то, что вы хотите для себя. Вот. Это очень разные вещи. К счастью или к сожалению, но это очень разные стороны. Вот. И я могу только лишь надеяться на то, что вы сможете разобраться в этом, сможете отграничить то, что хотите вы, и то, что хочет и тот хотят ваши родители, вот. Скажем так. Я думаю, вот примерно такой ответ вам можно дать. Так примерно вам можно ответить. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.